Я не могу выйти, потому что там висит плита, и мне, я уже сначала хотел выйти посмотреть, что случилось, а мне люди кричат: не выходите, потому что там плита висит. Во время обрушения жительница ветхого дома Светлана Ревякина находилась в квартире и видела все своими глазами. К счастью, никто не пострадал. В квартире еще были дети. К счастью, на балкон, у нас, поскольку он в таком состоянии закрыт уже очень давно, мы на него не выходим, поскольку он аварийный, как бы. Ну, дети немножко, конечно, испугались, переполошились. Дрожал дом. Это представляете, какой удар, что четырехэтажный дом дрожал. Коммунальщики пообещали провести строительно-восстановительные работы после того, как спасатели определят причину обвала. Пока ничего не знаем. Мы вызвали МЧС, сейчас приедут, будут смотреть. Спасатели освободили заложника, сотрудника мебельного салона. Все, выходи. Выходи, закрывай. Когда будет здесь кран застопорит эту плиту, тогда только можно будет ее резать. Когда этот вопрос будет решен, я не знаю. В нашей службе крана нет. Во время ликвидации аварийной ситуации спасатели столкнулись с проблемой отсутствия необходимой техники. Мария Сапкалова, Юрий Шинкаренко, Думская ТВ.